5 лет назад поезд «Калина Красная» отправился в свое первое путешествие. В вагонах все предусмотрено для комфортной поездки пассажиров. Это и мягкие кресла, индивидуальные столики, климат-контроль, ЖК-телевизоры. Здесь вы можете с пользой провести свое время, например, почитать книги. Кстати, все они посвящены творчеству Василия Макаровича Шукшина. А это все потому, что запуск поезда был приурочен к 80-летию со дня его рождения. В составе поезда 4 вагона. В поездку могут отправиться сразу 240 человек. В среднем каждый вагон наполняется практически на 70%. Однако популярность поезда продолжает расти. Способствуют этому всевозможные акции и развлекательные мероприятия. Одно из последних акций, которые мы проводим и сейчас продолжаем проводить, это скидка. То есть мы сейчас при оформлении проездного документа, либо в Барнауле, в Бийске, в любом, предоставляем 5% скидку с тарифа. А для студентов, школьников, инвалидов, ветеранов труда и других категорий граждан действует система льгот. Я инвалид первой группы и езжу на этом поезде с ноября месяца. И я так благодарна всем, кто в кассе обслуживают быстро. Никаких задержек никогда нет. Здесь вот проводницы настолько внимательные, настолько добросердечные. Вы знаете, я так благодарна вот нашей железной дороге, что вы позволили мне ездить бесплатно, лечиться в онкоцентре. За 5 лет поезд прошел больше 500 тысяч километров. Перевез почти 360 тысяч пассажиров. Каждый день, без выходных и даже в праздник. Татьяна Свинаренко, Сергей Кузнецов. Новости ОТН.